15 марта, 2014 год, Харьков, 15.09. Значит, минут 15 назад. Будем сидеть именно имени Каразина, что-то рвануло крепко, вылетели окна, скорая явно кому-то торопилась. Так, и здесь в то же время у нас возле памятника Ленина. Памятника Ленину. Митинг. Не знаю, ну. Георгиевская ленточка, украинский флаг. Извините, вы не подскажете, а это митинг, ну, каких сил? Это не митинг, это так, просто разговоры по интересам. То есть никакие силы не представляются, да, просто люди собрались. В основном про харьковских сил. Я понял, благодарю, спасибо. Если не ленты, то понятно какие. Ну, то есть, пророссийские можно так сказать? Не, пророссийские я бы так не говорил. Хорошо. Почему пророссийские именно? Просто против, ну, против вам, даже не знаю, чего. Против нынешней власти. Мы считаем, что это... Нынешняя имеется в виду Турчина, да? Да, пришла нелегитимно, да. Все, понятно, спасибо. Я в интернет это выложу, не против? Да. Спасибо. Извините. Так, там только что позвонили мне, сказали, что есть, идет шествие именно уже конкретно пророссийское по Сумской. Так, это площадь Свободы, она перегорожена, ограждена, потому что завтра у нас намечается, его запретили, в общем-то, в суде, насколько я знаю, судом запрещено проведение референдума об отделении, об федерализации, что ли, Харьковской области, то ли о присоединении ее к России. Ну, не хочу никого вводить в заблуждение, но какой-то референдум, я так понимаю, об автономии или что-то в этом духе, завтра собираются проводить. Корзины какие-то ставить, бюллетени какие-то бросать. Не вижу митинга, они не в эту сторону идут. А, вот. Сейчас посмотрим. Тут у нас пусто, никого.